Вот, короче, здесь есть хавуз Лубахче. Я думаю, что это могут вас привести экскурсии. Вот телефон есть. Позвоните, или у них сервис есть для туристов. А мы вот в хавуз Лубахче этот приехали. Я вам специально показываю. Это наше самое любимое с мужем место здесь. Это такой оазис. Это за городом пригород Мармариса, километров 10, где горы. Вот он, горы вдалеке. И вот она тут дорога идет серпантинная в Мармарис заезжать. А здесь такой оазис из деревьев, аквапарк небольшой, сейчас вам покажу, и ресторан при нем. Но славится здесь этот ресторан, чисто местный, сюда в основном приезжают. Курочки бегают. Курочки, утки и гуси. Здесь кемпинг еще, останавливаются туристы с палатками. И в этом ресторане есть кёй-тавук меню. Это курица деревенская и приготовленная она в тандыре. То есть там мясо отходит от костей, само это блюдо. Аккуратней под ноги смотри. Вот люди просто приехали в ресторан покушать. Животные ходят. Прикольно, да, курицы такие деревенские обычные, как у нас. Кактус, пальма, курица. Идем экскурсовод, тут нам экскурсию проводят. Утки обычные, селезни. Какая вода, кстати, у них тут чистая, да? Как гуси плавают, классно? А вот тут, посмотрите, гусь плавает. А вон там уже виднеется аквапарк, где музыка играет. Сейчас туда сходим, посмотрим. Но аквапарк, это, конечно, сильно сказано, он маленький. Ну, провести время, тут поплавать неплохо, да? Пойдем посмотрим еще площадку. У нас на этих днях очень жарко. Вчера вот было, кстати, плюс 38 в тени. Соответственно, на солнце 48. Тише, тише, тише. Сегодня на солнце 48-50. Днем просто с часу до 5 выйти нельзя. Хочу сказать, что это заведение работает до 8:30 вечера. То есть не допоздна. Можно вот так сидеть, можно брать беседки. Так как мы в большой компании сегодня приехали с родственниками, то мы в беседке. Так, идем. Посмотрим, что там за парк есть. Нам тут уже стол накрывают. Ой, кто тут идет? Павлин в бак. Вон павлины тут ходят, ну классно. Кеспер, привет. Помаши всем хвостиком. Курочки ходят, да? Погавкать мы ему не даем. Он у нас в отчаянии. Столько запахов всяких, вот этих какашек деревенских, всех этих дел. Так, и детская площадка есть. Прикольно, это то, что нам надо. Это то, что мне освободит руки. А вон, кстати, горки. В аквапарке это. Надо найти какой-то вход туда. Посмотреть. Ну вот. Горки, басик, лежаки вот здесь. И так как это более-менее в тени, это не так жарко. Музыка играет. Вон он, тут аквапарк. Короче, ничего особенного. Аквапарк и аквапарк. Но провести время можно. Реклама есть и по городу. Номер-то тоже у меня там в видео. Посмотрим, прям так чаще погулять можно. Накупить вы можете в Мармарисе на сувенире себе мармарисовский мед. Очень знаменитый. Он очень реально вкусный. Насколько у меня в семье, у моей мамы, у дяди была пасека в детстве, она в меде разбирается. Но даже мед, он потому что вот этот сосновый мед, он очень вкусный, ароматный. Это не цветочный, не такой, как цветочный, очень вкусный. Поэтому привезти из Мармариса мед, именно мармарисовский, я бы вам посоветовала. Мы сами его покупаем. Мы уже 2 банки купили себе и на гостинице еще купим. Вот люди, смотрите. Ничего особенного. Аквапарк, что бывает во многих сетевых больших отелях. Там какой-то заброшенный теннисный корт. Но вообще мы сюда приехали реально из-за вот этого блюда в меню. Из-за этой курочки. Сейчас я вам ее покажу. Потому что оно здесь это прям... Это ресторан.
сожалению, сюда самому приехать, как бы автобусы ничего не ходят. Но очень классно, если у вас есть машина или возможность, то вас привезет. Или вот в этот аквапарк приедете, все с аквапарка ходят кушать в этот ресторан. Вот курица из тандыра подается в такой огромной тарелке. Здесь лежит булгур, плов, картошка. Вот эта курица, как она, какая мягкая, видите, как отходит. Это почему-то какая-то запеченная, на кусочки все распадается. А еще здесь был классный хлеб сегодня. Глянусь. Самопеченый у них, деревенский, настоящий. Какая тут кожа у этой курицы. Это очень вкусно. Хлебушек вот такой, видите, какой он плотный. По вкусу даже дрожжами так пахнет. У меня бабушка один в один такую же закваску в деревне делала, такой же хлеб стряпала. Вкус один в один. Сейчас он уже остыл, надо, конечно, кушать горячим. Хлеб просто сказка, обожаю. Я тут ощущение, что я его хлеб, который моя бабушка лет 20 назад стряпала. Вкус моего детства. Слово, кто спрашивал, что у меня любит ребенок есть. Сейчас на тарелке любимая еда. Дай ложечку уберу. Рис, картошка, котлета и лаваш. И айран. Вот это золотой набор для ребенка в любом ресторане турецком, что она любит кушать. Любимые гарниры рис, картошка, котлета жареная, лаваш и айран. Все за милую душу. Человеку больше ничего не надо. Конечно, всякую у нас, к сожалению, супы, вот это все она не ест, но русские каши, утра на молочной, она кушает, слава богу. Зелень, салаты тоже не запихнешь, только по отдельности какие-то овощи, типа там огурчиков и все такого. А? А, лавровый лист там еще растет. А вот тут банан растет. Банановое дерево. Тут бананы повисли. Вот из этого цветочка вырастет потом гроздь бананов, когда откроется. А вон какие-то колючие штуки вверху, еще шишки. Тут и курицы, и пальмы, и кактусы, все сразу. Кстати, вот здесь вот, где направление туалет, за ним находится это помолиться комната сделанная. Вот тут можно руки-ноги перед молитвой помыть. А еще в Мармарисе. Здесь в горах, вот эти сейчас вам покажу, источники есть. Горные источники, которых раньше вообще ее использовали, пили воду из них. Сейчас уже в быту все равно еще используют, кстати, эти источники, там поливают и все такое прочее. Все так стилизовано, колесья все старые. Сейчас покажу, где-то тут шумит. А, вон он. Вон там вода. Сейчас подойду, покажу. Это вот вода чистая, ее можно пить. Здесь, кстати, кто на выезде из Мармариса, именно по правой стороне на выезде, вот таких вот источников останавливаются. Люди воду набирают, пьют. Вода чистая, вот она горная, с гор стекает. Раньше только вообще, когда-то давным-давно до туризма здесь в Мармарисе, только такой водой пользовались, только ее пили. Вот он этот ресторан, в котором мы были. А за ним, вон там в деревьях, кемпинг начинается, палаточный городок для туристов. Вот она вода. Такой минимум водопадик. Здесь, кстати, есть туристическое такое направление. Можно тур купить на водопады съездить. Ну, хоть не поехали. Вон так. Ой, красота какая.